Студия «Пародист». Дорогие товарищи, господа. Студия «Пародист». Сегодня день рождения у Серафима. В этот день его поздравляют родные и близкие. Коллеги по работе, ну и, конечно же, я. Человек родился в СССР. А значит, вкусил настоящий вкус докторской колбасы. Корог его молока, пусть даже разбавленного, советская школа дала ему углубленное образование, благодаря которому он умеет читать, и не только до 10, и не только деньги. Многоуважаемый Серафим, я горжусь, что ты жил во времена моего правления, ну и, конечно же, выжил. Выжить сейчас не составит труда. Желаю крепкого здоровья, ну и, конечно же, бабла. Примите мои искренние поздравления. Студия «Пародист». Ты заходи, если что.